Красота же, да? В лачуге нашел. Мы же договаривались, не шум. Пора их выкусывать. Чертов ковбой. Мяу, парни, давим. Черт, все время вас. Разнесем там. 15. Надо кого-нибудь приманить. Черт! Какого? Еще время тратить на это! Разнесем там на куски! Какого? Тебе крышка! 15. А, чертов ковбой! Мяу, парни, давим! Черт! Разнесем дам на куски! Тебе крышка! Да чтоб тебя! Стреляйте, мать!
Разнесем там на куски! Вот снайпер! А ну-ка! А, чертов ковбой! Мяу, парни, давим! Черт! Разнесем там! Тебе крышка! Да чтоб тебя! Стреляйте, мать вашу! Что-то придумать, пока они не разгромили дом. Старик прострелил бочонок с нефтью. Вы думаете о том же, что и я? Гиена огненная. 26. Огромный капкан! Рассредоточиться! Нельзя их упустить! Кто-нибудь! Кто-нибудь! А, чертов ковбой! Мяу, парни, давим! Она все еще там одна. Черт! Все время марш! Разнесем там на куски! Тебе крышка! Нам надо что-то придумать, пока они не разгромили дом. Старик прострелил бочонок с нефтью. Вы думаете о том же, что и я? Гиена огненная. Я пошел. Главное, бдительность! Делай что-нибудь!
выход. Пора зажечь. Почти готово. Вот. Почему именно сейчас? Надо кого-нибудь поймать. Осторожно! Они все еще где-то там. Пошумим. Слышу! За работу! Она еще 26. Само собой, а вот и... Делай что-нибудь! Куда он делся? Смотри в оба. Будем, да? Эй, Харон, я не в чёрт, блядь, что за тобой? А
поздоровайся с моей красоткой. Так точно, амиго. Пошуми. Один обрез? Красота же, да? В лачуге нашел. Мы же договаривались не шуметь. Какая разница? Главное, всех прикончить. Ну же, амиго. Жду приказа. Идем. Она все еще голодна. Ладно. Что это там за... Все свое ношу с собой. Бью без промаха. За что платишь, то и получаешь. Промажу. Тот виски мой. Я тут, амиго. Пошуми. 16. Это что, обрез? Красота же, да? В лачуге нашел. Мы же договаривались не шуметь. Какая разница? Главное, всех прикончить. Смотри в оба.
будем заканчивать. Мне нравится. Я пошел. Уже все, а я только начал разогреваться. Тебе всегда мало, да? Да ладно тебе, Маккой. Разве бывает много? Я вижу, вы двое неплохо развлеклись. Вы точно в порядке, мистер О'Хара? Не волнуйся, сынок, все не так страшно. Крепко вы нам помогли с этой бочкой. Всегда, пожалуйста, здоровяк, не зря старались. Мистер О'Хара, а что там с тем виски? Ах, да, да. Мы тут все заслужили по стакану лучшего виски. Джентльмены, прошу за мной. Что за... Дядя? Что с ним? Тихо. Старый дурак. Дядя. Мы им показали. Да. Не оставляй меня. Не глупи. Это не твоя вина. Тебе ясно, Кейти? Это... Ненавижу похороны. А кто их любит? А чья? Мы не успели. Вы-то успели. Я должен был остаться с ним. Тогда мы бы хоронили двоих. Кейт! Ну как вы? Не верю, что его больше нет. Понимаю. Если бы я мог, я бы еще раз их всех убил. Спасибо, Гектор. Не хочу вас огорчать, но это еще не конец. В смысле? Компании достаточно прислать сюда еще людей поездом. Он прав. Нам тут не победить. Возможно, стоит отступить. Нет. Тогда что? Мы взорвем мост. Какой мост? Мост через Орлиную реку. Нет моста, нет поезда.
И никто больше не унижает жителей Флекстона. Я отправлюсь на Орлиную реку и взорву этот чертов мост, даже если сама там останусь. Это вы замахнулись, мисс. Пойду одна, если придется. Я там бывал. Сложно. Много охраны. Рискованная затея. Да ладно, док. Мы должны помочь, Кейт. Ты не можешь нас бросить. Нет, конечно нет. Вы же мне заплатили. Вот и славно. Я пойду собираться. Я седлаю лошадок. Мы займемся мостом. А вы оставайтесь тут, ладно? Ни за что, мистер Купер. Это моя война. И я не позволю вам воевать за меня. Ну, дело ваше. Я тут осмотрелся. Мы пройдем через лагерь и выйдем прямо к мосту. Ничего себе мостик. Чтобы его взорвать, нужен фургон динамита. Не обязательно. Вот слабое место. Если заложить сюда, все повалится, как карточный домик. Это уже хороший план, доктор Маккой. Но все равно без динамита не обойтись. Наверняка где-то тут есть запасы. Я удивлюсь, если в той развалюхе на каменоломне не найдется динамита. Кстати, на стрельбище есть сарайчик с оружием. Если бы тут хозяйничала я, у меня динамит был бы под замком. Об этом не беспокойтесь. Мы с замками старые приятели. Значит так, берем динамит и возвращаемся к мосту. Закладываем взрывчатку, находим укрытие. Я попробую выстрелом подорвать динамит. Что ж, дамы и господа, занавес. Потом нам придется прорываться к поезду, где ждет Гектор. Почему вы столь уверены, что он окажется на месте вовремя? Таких фейерверков он ни за что в жизни не пропустит. Я думала замаскироваться, но, кажется, вижу как раз то, что мне нужно. Дамы и господа, представление начинается. Возражений не имею. День сегодня точно не задался. Черт. Если бы только нас не выгнали из города. Кто перебил наших парней во Флекстоне, тот небось и мэра прикончил. Тише ты, пассажиры услышат. Если бы этот поезд не пришел. Ну, посмотрим. Мой выход. Оставьте это мне. Как тут тихо. Почти все сейчас работают. Да и место само наше. Значит, и... Крадется. Надо было динамит с собой брать. Пора взрывать. Всегда работает. Там что-то есть. Ладно. Какого черта? Кто эту штуку прокрасться хочет? Все или ничего? Как тут тихо. Почти все сейчас работают. Да и место само на отшибе. Значит, их криков о помощи никто не услышит. Что? Начеку.
пассажиры снова нервничают. Жалко мне тех бедолаг на станции. Я людей мэра боюсь хуже чумы. Это они еще про свадьбу не слышали. Иду. Не уверен, что на это можно положиться. Они моргнут. Дорога сквозь ад. Что такое? Поторопимся. Неплохая мысль. Взяли. Остановим это. Все будут смотреть только на меня. Эй, солнце! Тебе сюда нельзя! Как грубо! Тебе сюда нельзя! Я вся внимание. Я отлично целюсь. Всегда срабатывает. Легче, легче. Ничего, я дотащу. Как поживаешь? Вообще не проблема. Поторопимся. Мне что, весь день это таскать? На чеку. Без обид. Идем. Все это принадлежит компании Дэвид. Идем, идем. Смотрим. Да, соглашусь. Ты в порядке? Кажется, я просто. Пора. Какого? Пора за работу. Дай мне пару секунд. Орел а или решка? А мне-то какое дело? Все. Вперед. Кто там нас... Кто-то сегодня зубов не досчитается. Снова. Постойте-ка. А вот и славно. Как тут у тебя? Все хорошо. Ну, начнем. Вижу, обойдемся без смертоубийств. Спасибо. Тяжеловато. Всегда прав. Да, я тоже об этом подумал. Сколько раз меня эта штука выручала. Прямо как на рыбалке. Ничего не случилось? Нет, все спокойно.
Мотыльки и пламя. Они даже не почувствуют. Достанешься стервятником. Не пл... Оставим его здесь. Главное, чтобы рабочие нас не заметили. Ну так что? Давайте с плащом шуток не шутить. Пусть сперва кто-то его подранит выстрелом, а другой потом нападет сзади. Потрясающе. У нас есть план. Он. Кто-то сегодня зубов не доест. Взяли. Ну, начнем. Иду. Идем-ка, хорошее местечко. Иду туда. Чую неприятности. Все путем. Конечно. Врача вызывали. Любой каприз за ваши деньги. Кого убрать? Смотри, ну да. Все, хватит! Тебе тут делать нечего! Как они туда? Найдем-ка хорошее местечко. Возражений не имею. Иду. Они моргнуть не успеют. Как поживаешь? Сейчас будет шумно. Пора за работу. Адиос, амигос. Помнят, что делать. Чуть. И взяли. Да, я тоже об этом подумал. Осталось пара фокусов. Кому бесплатное шоу? А ну-ка! А, мусор какой-то.
прохладное нынче утро. Ну так что? Сейчас или никогда? Сделаем все по-быстрому. Вам сюда нельзя! Черт! Сейчас или никогда? Один хорошо, а два лучше. Вообще не старый и новый. За работу. Всегда работает. Идем. Смотрите и учитесь. Обойдемся без смертоубийств. Вот и славно. Откройте меня! Мимо меня не прошмыгнуть! Хорошо, эти гады прячутся. Далеко уйти. Какого дьявола? Тебя сюда нельзя! Лежи и не двигайся. Снова. Тяжеловато. Потопали. Ладно. Клиент всегда прав. Бью без промаха. Неплохая мысль. Холодно тут. К бою, конечно. Сейчас будет шумно. Тут стрелу за... Какого черта? Мы убили в преисподнюю. Сейчас или никогда. Но... Не с места! Поторопимся. Ну, начнем. Какого... Тебе здесь делать нечего. Торопимся. Все. Вперед. Вот нож и сгодится. Что это? Пока. Ну, начнем.
Сделаем все по-быстрому. Идем. Обо мне не беспокойтесь. Холодно тут. Сегодня я с вами. Моя гордость. Чую неприятности. Сначала динамит, потом мост. Так, да, посмотрим. Ладно. Надо, конечно. Вообще, что? Эй, ты! Ничего личного. Все это принадлежит компании Дэвид. Все цело. Иду. Свадьба была назначена на вчера. Порядок. Теперь осталось найти динамит, вернуться сюда и взорвать этот мост к чертям собачьим. Вместе с нами. Я уверена, кузен не станет жениться в полупустой церкви. Это уж точно. Под ноги не смотри, Кейти. Не опускай глаза. Боитесь высоты? О, нет. Высоту я люблю, а вот плавать так и не научилась. Пока не рухнет занавес. Отличный шанс одолжить платье. Она и не заметит пропажи. Свадьба была назначена на вчера. Мы пропустили торжество. Приедем самыми последними. Половина семьи застряла тут вместе с нами. Я уверена, кузен. Какого черта? Мне нравится то, что я слышу. Мы одни против всего света. Под ноги не смотри, Кейти. Не опускай глаза. Боитесь высоты? О, нет. Высоту я люблю, а вот плавать так и не научилась. Хочешь, я не умею чинить мосты. Отличный шанс одолжить платье. Она и не заметит пропажи. Давид совершенно целый. Всегда работает. Поторопимся. Чем могу помочь? Все или ничего? Свадьба была назначена не вчера. Мы пропустили торжество. Приедем... Что? Что, у нас новый план? Все, что мне нужно. Джеймс, мы тут торчим уже третий день. Это не переносит. Посмотрим, не удастся ли мне выманить этого охранника в сторонку. Только не говорите, что намереваетесь подойти прямиком к нему. Смотрите и учитесь, доктор Маккой. Смотрите и учитесь. Только ты и я. Оставьте это мне. Отлично. Врача вызывали, они даже не почувствуют.
Любой каприз за ваши дни. Свадьба была назначена не вчера. Мы пропустили торжество. Приедем в самый последний. Недурственно, да? Уйдешь! Ладно. Окручу их вокруг пальца. Как насчет где-нибудь уединиться? Отлично. Свадьба была назначена не вчера. Мы пропустили торжество. Недурственно. Устроим им спектакль. Свадьба была назначена не вчера. Мы пропустили торжество. Приедем самыми последними. Пора. Половина семьи застряла тут вместе с нами. Вообще. Я уверена, кузен не станет жениться в полупустой церкви. Закончили. Они меня не остановят. Окручу их вокруг пальца. Идем. Джеймс, я мы знаю, тут торчим уже третий день. Веди меня. Это непереносимо. И чего ты от меня хочешь? Я не умею чинить мосты. Нам же сказали, что путь кроме безопасности. Недурственно для невинной сельской девицы. Невинных сельских девиц вы в наших краях не сыщете. Кто бы мог подумать. Иду снова. Тяжеловато. Свадьба была назначена на вчера. Мы пропустили. Мы остановим это. Застряла тут вместе с нами. Я уверена, кузен не станет жениться в полупустой церкви. Пора взрывать. Пора за работу. Надо было одеться потеплее. Будет по-моему. Не вопрос. Я их одурачу. Не упусти шанса, радость моя. Лечу за тобой, крошка. Ух, прохладное нынче утро. Сделаем все по-быстрому. Смотрите и учитесь. Конечно. Давай, все лучше. Хватит валять дурака. Вырубим их. Мы одни. Постой. Вот так. Что это там? Эй, ты! Ты еще... Свадьба была назначена на вчера. Мы пропустили торжество. Это уж точно. Вперед! Сделаем все по-быстрому. Этот есть. Черт! Окей. Вот ты мне гнида! Свадьба была назначена. Ох, и покажем мы Девиту. Готовы. На чеку. Так, так, посмотрим. Спасибо за помощь.
Все будут смотреть только на меня. Разрешите поинтересоваться? Я тот, кто тебе нужен. Пора за работу. Что, нравлюсь? Я весь внимание, сладкая. Кто там на свете зажился? Сделаем. Как считаете? Да, да. Я слушаю. Все готово. Иду. Ну что, у меня прелесть. Как скажешь, сладкая. Мы тут торчим уже третий. Ну, начнем. У меня еще много чего интересного. Да-да, есть. Конечно. Все, что пожелаешь. Этот есть. А может, нам? Без проблем. Я бы весь день с тобой проболтал. Вот и славно. Вот смотрю я на тебя. Я тут весь день, сладкий. Вижу, отлично. Так-так, посмотрим. Ох, и покажем мы... Заранее извиняюсь. У тебя сейчас есть свободное время? Да, я слушаю. Кто-то сегодня зубов не досчитается. Все? Ну ладно. Ты справишься, Кэти. Я тут. Ну так что? Куда отнести? Ничего, я дотащу. Не высовываемся. Давай-ка мы тебя свяжем. Вообще не проблема. Представление продолжается. Едем самыми. Есть. И взяли. Звучит несложно. Куда? Ну, начнем. Сейчас или никогда. Обойди себе смертоубийство. Сейчас или никогда. Кто там на свете зажился? Сюда мы вернемся, когда раздобудем динамит. Час или никогда. Сделаем все по-быстрому. Поторопимся. Сюда мы вернемся, когда раздобудем динамит. Что это было? Кто-то сегодня зубом не ищет. Сейчас или никогда. Набит совершенно целый. Идем. Сюда мы вернемся, когда раздобудем динамит. Смотрите и учитесь. Обойдем себе смертоубийство. Нам нужно подкрепить. Вот эти гнида. Сейчас или никогда. Дай мне пару секунд. Сюда мы вернемся, когда раздобудем динамит. Смотрите и учитесь. Главное подобраться поближе. Сейчас или никак. Спасибо.
Тяжеловато, без проблем. Кто там на свете? Обойди себе смертоубийство. Нужна подлога! Ну так что? Спасибо. Подумали. Конечно. Сделаем все по-быстрому. Что? Эй! Все готово. Эй! Поторопимся. Вообще не проблема. Там на свете зажился. Обойдись без смертоубийства. Снова. Тяжеловато. Понять бы, как туда пройти. Ну, начнем. Конечно. Плана. Старый и новый. Все. По тебе пуля плачет. И учитесь. Кто-то сегодня зубов не досчитается. Эй! Нужна подмога! О, мы вас найдем! Смотри, главное подобраться поближе. Эй! Нужна подмога! А вот и славно. Вот нож и сгодится. От меня не уйдешь. Всего. Все свое ношу с бою без промаха. Дорога сквозь ад. Сначала динамит, потом мост. Слушаю. Да, я тоже об этом подумал. Неплохая мысль. Thank you.
Я не промажу. Все готово. Понял. Прямо как на работе. Улов выйдет знатно. Все в порядке. Идем, идем. Чем только заниматься не приходится. Там что-то есть. Все. Вперед. Ну так что? Вот нож и сгодится. Орел или орел? Что за звук? Так что продолжим. Это за дядю Йена. Пора сплюнуть. Они меня не остановят. Врача вызывали. Сколько раз меня эта штука выручала? Стойте. Спасибо за помощь. Ах ты! Вот ты! Дальше ходу нет. Как нечего делать? Ну, посмотрим. Сколько раз на кого бесплатное шоу? Ну ладно. Я тут. Пора за работу. Хватит. Тут валять дурака. По моей команде. Смотрите и учитесь. Да-да. Мы одни против всего света. Хватило одного взгляда. Иди за мной, моя сладость. Что? Лишь все такое страшно. Все что или ничего? Вот ты! Валять дурака. Один момент. Просто чихать очень хочется. Попробуйте. Взорвем эту штуковину.
неплохая мысль. Прохладное нынче утро. Ну так что? Ну что, пошумим? Один хорошо, а два... Эй! Нужна подмога! Черт, они над нами! Тут валять дурака. Как поживаешь? Идем. К бою готов. Один хорошо, а два лучше. Как аккуратно. Ну-ка. Смотри, наверху! Ладно, парни, пора их выкурить. Хватит на... Отвалять дурака. Прелестно. Вот оно, мое колдовство. Все путем. Вот и славно. Один хорошо, а два лучше. Только попробуйте. Конечно. Старый и новый. Как куропа. Черт, они над нами! Тут валять дурака. Прелестно. По моей команде. Мост сам себя не взорвет. Идем. Ну что, пошумим? К бою готов. Один быстрый, другой мертвый. Черт, они над нами! От тебя пуля. Один хорошо. Твои двое нас тут прокрасться. Как они туда забрались? Валять дурака. Ослепим их. Расплюнут. Нюхните-ка. Не высовываемся. Ну, начнем. Мне нравится то, что я слышу. Только попробуйте. Как поживаешь? Один хорошо, а два лучше. Вообще не прав. От тебя пуля плачет. Кому беда в преисподняя? Черт, они над нами! Твою ж мать! От нас не уйдешь! Прочесать с ним... Кто-нибудь нашел? Тут валять дурака. Не высовываемся. От тебя пуля плачет. Конечно. Твою ж
Отлично. Пора за работу. Не уверен, что на это можно положиться. Что такое? Смотри. Вот ты славно. Клиент всегда прав. Кого убрать? Неплохая мысль. Я тут. Вижу, отлично. По моей команде. Оставьте это мне. Обойдемся без смертоубийств. Эй, ты! Стоп. Тут валяет дурака. Все или ничего? Ослепим их. Просто послушай меня. На чеку. Вообще не проблема. Постойте-ка. Сегодня я с вами. Любой каприз за ваши деньги. Все цело. Кого убрать? Так что продолжим. Но у меня все готово. У нас не вагон времени, они моргнуть не успеют. Иду. Вижу, ладно. Кто-то сегодня зубов. Они трогаются! Вот ты где, гнида! Какие страсти по моей команде. Сюрприз. Я бы пока не беспокоился. Обращаться со стороны. Дорога сквозь. Ничего себе, ядреная штука. Иногда оказывается очень кстати. Отыскал ее на болоте, неподалеку от Дженнингса. Вижу, отлично. Идем. Обойдемся без смертоубийств. Чего устали? Катись отсюда! Нет. Так что, продолжим? Вот оно, мое колдовство. Оставьте это мне. У меня все готово. По моей команде. Держимся плана обращаться с... Да, соглашусь. Ничего себе, ядреная штука. Иногда оказывается очень кстати. Отыскал ее на болоте, неподалеку от Дженнингса. Ну так что? Без обид. Не шевелись. Ясно? Поторопимся. Конечно.
Вижу, отлично. Пора за работу. Все помнят, что делать. Идем, идем. Пора взрывать. Что это там за... У нас не вагон времени. Ну ладно. У меня осталась пара фокусов. Прямо как на рыбалке. Твою ж мать. Это вы тут раньше. Мы держимся плана. Вот и славно. Смотрите и учитесь. Главное подобраться поближе. Есть. Взяли. Иду. Так, посмотрим. Что тяжело это было? Я на такое не победу. Дорога сквозь ад. Интересно, что в этом сарае? Похоже на склад. Возможно, там есть чем поживиться. Да. Через пару минут тут все обратится в прах и пепел. Иду туда. Понял. Все в порядке. Возражений не имею. Мост сам себя не взорвет. Ну так что? Могу помочь. Ослепи меня. Один момент. Мой вояж. Сначала динамит. Кто там на свете за... Поторопимся. Обойдемся без смертоубийств. Кого убрать? Ну ладно. Не сами. Прикройте меня! Чтобы... Слушаю вас внимательно. Я тебя не просто так с собой взяла. Давай работай. Все или ничего? Твою мать. У нас не вагон времени. Надо. Пора за работу. Славная игрушка. Ворон отпугивать? Деринджер моей матери. Изящный и незаметный. Совсем как я. Прикройте меня! Что же...
Сейчас или никогда. Постойте. Корень наших проблем. Я тебя не просто так с собой взяла. Давай работай. Все или ничего. Славная игрушка. Ворон отпугивать? Деринджер моей матери. Изящный и незаметный. Совсем как я. Ладно. Вот нож и сгодится. Ох, и покажем Маделиту. Надо было динамит с собой брать. Любой каприз за ваши деньги. До встречи, барани даже не почувствует. Убра кого убрать? Нам все еще нужен динамит. Ничего личного. Дорога сквозь ад. Да, я тоже об этом подумал. Держимся плана. Ну так что? Не поддается. Я бы пока не беспокоился. Проще простого. Да, соглашусь. Не последний. Неприятности. Готово. За работу. Вот. Приедем самыми последними. Половина семьи застряла тут вместе с мамой. Я уверена, кузен не станет жениться в полупустой церкви. Это уж точно. Мы тут торчим уже третий день. Это непереносимо. И чего ты от меня хочешь? Я не умею чинить мосты. Нам же сказали, что путь небезопасен. Мост на вид совершенно цел. Свадьба была назначена на вчера. Мы пропустили торжество. Приедем самыми последними. Половина семьи застряла тут вместе с нами. Я уверена, кузен не станет жениться в полупустой церкви. Это уж точно. Джеймс, мы тут торчим уже третий день. Это непереносимо. И чего ты от меня хочешь? Я не умею чинить мосты. Нам же сказали, что... Посмотрим. Как нечего делать? Понял. Нехило они тут развернулись. Сегодня я с вами. Я
я лучше со стороны посмеюсь. Посмотрим. Иду. Идем, идем. Бью без... Как она его прижучила, а? А что это за разговоры про какой-то бум? С дами я бы с ним не поменялась. А, пустые слухи, мам. Извините, мне работать надо, иначе вы никогда отсюда не уедете. Никуда вы не пойдете, сэр. Я желаю получить ответ. Тогда лучше задать... Этим дамочкам все мои чары нипочем. Надо быть осторожнее. Я включу все свое обаяние. А вы симпатичны. Извини, дорогуша, я на посту. Торопимся. Ну, как сказать, хочешь. Сложно. Ты глянь, как оно на него наскакивает. Все это принадлежит компании «Дэвид». Моя гордость. Ну, ладно. Тут холодно. Устроим им столько ты. Прости, дорогуша. Отрастишь бороду, тогда и приходи. Вам это с рук не сойдет. И что вы здесь? Это что там? Ложись, снайпер! А ведь мы... Меня. Вот и славно. Ждем только вас. Нет. Клянусь, я что-то... Руки вверх! Идем. Вот. Ну и сколько нам еще ждать? Да-да. Врача вызывали. Что это? О, какие страсти. Вообще не проблема. Ну и сколько нам еще ждать? Будет, по-моему. Да, я тоже об этом подумал. Обо мне не беспокойтесь. Сменим гардероб. К вашим услугам. Мы одни против всего света. Пора сплюнуть. Не уверен, что на это можно положиться. Твои сестрички доводят рабочих? Ну... Дорога сквозь ад. Там что-то было? Главное, чтобы рабочие нас не заметили. Поторопимся. Конечно. Пора за работу.
там на свете зажил? Какая примитивная техника. У нас дома все намного современнее. Компания Дмитриевна экономит на всем. Надеюсь, что нет. Насколько это место обширное? Надо же. Компания Дэвид богаче, чем сам Крёс. Кстати говоря, а вы разве не работали на эту компанию, доктор Маккой? Работал бы и до сих пор, если бы эти скряги расплатились со мной за поезд. Всегда работал. Орел или это ещё что за звук? Надо подточить. Твою ж мать. Минус один. Эй! И учёный! Кто там на свете зажился? Обойди себе смертоубийство. Спасибо. Тяжеловато. Ну, начнем. Насколько это место обширное? Надо же. Компания Дэвид богаче, чем сам Крёс. Кстати говоря, а вы разве не работали на эту компанию, доктор Маккой? Работал бы и до сих пор, если бы эти скряги расплатились со мной за поезд. Вообще не проблема. У меня их полно. Мелочь нужна? А ну-ка. Идем. Слышали? Сон. Кто-то сегодня зубов не лечит. Нам нужна подмога! Насколько это место обширное? Надо же. Компания Дэвид богаче, чем сам Крёс. Кстати говоря, а вы разве не работали на эту компанию, доктор Маккой? Работал бы и до сих пор, если бы эти скряги расплатились со мной за поезд. Один хорошо, а два лучше. Вот и славно. По тебе пуля плачет. Ну, начнем. Насколько это место обширное? Надо же. Компания Дэвид богаче, чем сам Крёс. Кстати говоря, а вы разве не работали на эту компанию, доктор Маккой? Работал бы и до сих пор, если бы эти скряги расплатились со мной за поезд. Смотрите и учитесь. Я все слышу. Насколько это место обширное? Надо же. Компания Дэвид богаче, чем сам Крёс. Кстати говоря, а вы разве не работали на эту компанию, доктор Маккой? Работал бы и до сих пор, если бы эти скряги расплатились со мной за поезд. Да, я тоже об этом подумал. Если бы этот поезд не пришел, оставьте это мне. Там что-то было? Не время расслабляться. На всем? Надеюсь. Внимательно. Да, уже бегу. Это за дядю Йена. Насколько это место обширное? Надо же. Компания Дэвид богаче, чем сам Крёс. Кстати говоря,
А вы разве не работали на эту компанию, доктор Маккой? Работал бы и до сих пор, если бы эти скряги расплатились со мной за поезд. Дальше ходу нет. Что? Все путем. Кто это тут ходил? Кстати говоря, а вы разве не работали на эту компанию, доктор Маккой? Работал бы и до сих пор, если бы эти скряги расплатились со мной за поезд. Я все сделаю. Будет помоя. Сменим гардероб. К вашим услугам. До самого конца. Этим дамочкам все мои чары нипочем. Надо быть осторожнее. Устроим им спектакль. Может, зайдешь ко мне на минутку? Зря стараешься, куколка. Ты не в моем вкусе. Как угодно. Посмотрим. Бью без промаха. Дальше ходу нет. Я отлично целюсь, пока не рухнет зад. Сладких снов. Иди-ка сюда, как могу. Все свое ношу с собой. Чую неприятности. Так, куда? Один момент. Все помнят, что делать. И чтоб ни звука. Любой каприз за ваши деньги. Представление продолжается. Что, у нас новый план? За дикую марш? За Макбейна? Да пускай подавится этой своей дырой. Надо брать поправку на ветер. И в лесу гризли, и с ним поговори. Неплохая мысль. Я не промажу. Все, пора отвоевывать Спэкстон! Да, и думать забудь. Пора взрывать. Не верю, что на это можно положиться. Да. Какого черта? Какие страсти, отправлю их в вашу сторону. Только ты и я. Пусть отлично. Не бери в голову. Сегодня я с вами. Только что весь тут был. Убрал. Вы тут прокрасться хочешь? Выглядит. Надо найти. Слушаю вас внимательно. Окручу их вокруг. Это же Флэкстон! Там одна деревенщина! Идем. Я знаю одно местечко. Не, мы на такое не поведемся. Ну, посмотрим. Пусть обчихаются. Извини, сладкая. Будьте здоровы. Все свое наш... А не моргнуть. Возражений не имею. От меня не уйдет!
там одна деревенщина. Ха, зато с ружьями. Хватит валять дурака, я знаю, что делаю. Пора сплюнуть. Сюда, дорогуша. Отлично. Мы отобьем этот городишко. Это чего вы ставитесь? Катись отсюда. Идем. Это же Флэкстон! Там одна деревенщина! Ха, зато с ружьями! Как нечего делать? Смотрите и учитесь. Иди за мной, моя сладость. Лечу за тобой, крошка. Момент истины. Так что, про не моргнуть? Не... Да, я тоже об этом подумал. По моей команде. Я все сделаю. Извини, сладкая, сейчас не могу. Ах ты ж, парень! Я тут подумаю, кручу их вокруг пальца. Так что, продолжим? Идем, идем. Это же фу! Идем. Я знаю одно местечко. А нам-то какое до этого дело? Хватит валять дурака. Ну, наконец! Что случилось? Давай в следующий раз, а? Мы отобьем этот городишко, расплюнуть! Вот ты отбивай, а я тут посижу. Спектакль. Сюда, дорогуша. Отлично. Ты что, не хочешь отомстить за Джарвиса? Извини, сладкая, сейчас не могу. За Макбейна? Я бы пока не беспокоил, а не моргнуть. Иду. Да пускай подавится этой своей дырой. Трусы вы все! Найди в лесу гризли и с ним поговори. Надо было динамит с собой брать. Чую неприятности. Так, все, пора отвоевывать Флэкстон! Ладно. И думать забудь, я туда не вернусь. Заманим их. Пойдем ко мне в номер. Лечу за тобой, крошка. Один момент. Ну-ка. Ах ты что? Это же Флэкстон, там одна деревенщина. Ха, зато с ружьями. Отобьем этот городишко, расплюнуть. Вот ты отбивай, а я тут посижу. Ох, и покажем мы Девиту. Смотрите и учитесь. Я ты что, не хочешь отомстить за Джарвиса? За Дикую Марч? За Макбейна? Да пускай подавится этой своей дырой. Все. А вы симпатичны. Да. Я тебе еще как могу помочь? Я бы пока не беспокоился. Что это было? Тебе тут не рады. Зато с ружьями. Устроим им ад. Как нечего делать. Главное не растратить зря. Ты что, не хочешь отомстить за Джарвиса? За Дикую Марч? За Макбейна? Да пускай подавится этой своей дырой. Трусы вы все!
Найди в лесу гризли и с ним поговори. Все готово. Кому бесплатное шоу? Что это было? Ну, понесу. Да, все, пора отвоевывать Спэкстон! Не думай, забудь, я туда не вернусь. Не надо трогать, что не помню. От нас не спрятаться. Из тебя выйдет отличная мишень. Они моргнуть не успеют. Понял. Обо мне не беспокойтесь. По моей команде. Один момент. Сержант. Что это было? Тебе здесь делать нечего. Эй. О, мне показалось... Мы еще не закончили. Я все сделаю. Держимся плана. Ну, начнем. Твою ж мать! У меня их полно. Орел или еще что за звук? Идем. Там же... Ну, ты! Я тут. Сейчас или никогда? Там что-то есть. Ты еще... Это же Флэкстон! Там одна деревенщина! О, зато с ружьями. Время расслабляться. Прелестно. Мы отобьем этот городишко расплюнуть. Вот ты и отбивай, а я тут посижу. Что, у нас новый план? Ты что, не хочешь отомстить за Джарвиса? За дикую Мардж? За Макбейна? Да пускай подавится этой своей дырой. За дядю Йена. Хватило одного взгляда. Трусы вы все! Не упусти шанса, радость моя. Найди в лесу гризли, ну, да, и с ним поговори. Клиент в бою без промаха. Дорога сквозь ад. Там что-то есть. Черт, один. Снайпер! Ну все, попались. Ладно, пойдемте. Мы одни против... Это же Флэкстон! Там одна деревенщина! Ха, зато с ружьями. Заманим их. Иди за мной, моя сладость. Отлично. Что, у нас новый план? Момент истины. Бью без промаха. Идем, идем. Последний патрон. Там снайпер! Я-то готова, а вы? Это же Флэкстон! Там одна деревенщина! Ха, зато с ружьями. Не упусти шанса, радость моя. Отлично. Так нечего делать. Все готово. Понял. Закинем бумагу.
понеслась. Моя гордость. Последний патрон остался. Где он? Я не промажу. Неплохая. Эй, меня нужна подмога! Если бы этот поезд не пришел, это за дядю Е. Работает как часы. Нас не спрятаться. Действовать нужно быстро. Один момент. Будьте здоровы. Мы точно не на поезде приехали. Клиент в сани моргнул. Идем, идем. Твою ж, от меня не уйдешь! Ох, и покажем мы Дэви. Да-да. Эй, хороший, я не в гости. Посмотрим тут все. Беги, пока я тебя не нашел. Ослепимых. Мы одни против всего света. Будьте здоровы. Ну и кто это тут у нас? Сегодня я с вами. Они моргнут. Любой каприз на ваши деньги. Постойте. А, вот ты! Грубо. Я тут подумала. От нас не спрятаться. Вот сволочи. Ну и куда вы... Да-да. Из тебя выйдет отличная Какого мишень. Какого черта? Смотрите и учи. Может, зайдешь ко мне на минуту? Какого черта? Надо было динамиться. Я не промажу. Идем, идем. Это был последний патрон. Прямо по самому дорогому. Пока не рухнет занавес. Они и моргнуть не успеют. Они тут! Рассредоточь! Ну и куда вы делись? Это за дядю Е. Легче, легче! А ну выходи! Ты справишься, Кэти. Мой напарник. Эй, кто бы ты ни был, выходи! Эй, хорош! Я не в настроении. Это территория компании Деви. Прятаться будем, да? Ладно. И не возвращайтесь. Эй, ты где? Действовать нужно быстро. Да, уже бегу. Прятаться будем, да? Его легко спрятать. Ну и ладно, черт бы с ним совсем. Не время расслабляться. Не вопрос. Эх, дурак. Может, зайдешь ко мне на минутку? Попозже, ладно? Рухнет занавес. Мы отобьем этот городишко, расплюнуть. Вот ты отбивай, а я тут посижу. Спасибо за помощь. Мой выход. Эй, дорогуша. О, ну ничего себе. Я с вами. Ты что, не хочешь отомстить за Джарвиса? За дикую Марс? Вот за Макбейна? Тебя. Да пускай подавится этой своей дырой. Я бы не здесь с тобой проболтал. Я-то готова счастливо оставаться. Мы чувствую. Еще увидимся? А вы симпатичны. Я тот, кто тебе нужен. Ветер. Господи, ну ладно. Они моргнут не успели. Скажи-ка мне. Да что? Ложишься стервятником. Бью без промаха. Посмотрим. Вот ты! Это был последний патрон. Я вся внимание. Я знаю, куда бить. Момент истины. Не связывайтесь с дамой. Звучит несложно.
Ничего, я быстро. Чёрт, неприятность. Любой каприз за ваши деньги. Я не промажу. Идем, идем. Да, соглашусь. Что? Что я? Интересно, как часто эта пила становится причиной несчастных случаев? Подумываете сами устроить несчастный случай? На вид она так ничего острая. Неплохо. Что это было? Иду. Бью без промаха. Я не промажу. Возражений не имею. Мост сам себя не взорвет. Все. А ну-ка! Всегда работает. Вижу, откуда. У меня их полно. Угу. Мелочь нужна? Там что-то есть. Слышали? Есть. Ну-ка, иду. Тебе сюда нельзя. Ты еще... Я тут. Угу. Там же... Тебе сюда нельзя. Моя гордость. Чую неприятность. Посмотрим. Любой каприз за ваши деньги. Бью без промаха. Ух, прохладное нынче утро. Иду. Thank you.
это было? Ну и кто это тут у нас? Ты еще кто? Вот ты где, конец! О, я готов. Ну, начнем. Там что-то есть. Угу. Вижу, кто-то сегодня зубов не досчитает. Чего вздохнуть? Да, я тоже об этом подумал. Надо было динамит с собой брать. Иду. Взорвем эту штуковину. Поторопимся. Что? Пора за работу. Пока не беспокоил. Моя гордость. Идем, идем. Дорога сквозь ад. Как поживаешь? Поторопимся. У меня их полно. Орел или решка? Кто это у нас? Вообще не проблема. А ну-ка! Продолжим. Один момент. Я бы пока не беспокоился. Иду. Ждем только вас. Прелестно. Отправлю их в вашу сторону. Идем. Я знаю одно местечко. Я бы с радостью, крошка, но сейчас не могу. Все или ничего? Я знаю, что делаю. Держись за мной. Лечу за тобой, крошка. У нас не вагон времени. Они даже не по... Да, соглашусь. Что? Стоять! Ничего личного.
Вам сюда нельзя! Слушаю вас внимательно. Я все сделаю. Мой выход. Я тут подумала. Ну ничего ж себе! Да, я тоже. Ну что вы, моя прелесть. Какой у тебя голосок. Убрал. Вы знаете... Оставим его здесь. А ну-ка. Иду туда. Устроим им ад. Это за дядю Йена. Да, уже бегу. Чаровница к вашему слову. Разрешите поинтересоваться? О, а ты милашка. Идем, идем. Что, да? Какого? Эй, ты! Да-да. Мы одни против всего света. По моей команде. Один момент. Сюрприз. Кто это там за... Как угодно. Они неплохая мысль. Тебе кто тут у нас? Грубо. Будет по-моему. Чаровница к вашим услугам. Да-да. Мой выход. Эй, солнышко. Не уверен, что они даже не... Идем, идем. Да. Я тебе еще как могу помочь? Пусть отдохнет. Не время расслабляться. Оставьте это мне. Отвлечем их. Прелестно. У нас не вагон времени. А вы симпатичны. Они даже неплохая мысль. А ты милашка. Мы остановим прямо по самому дорогому. Ничего личного. Да. Все помнят, что делать. Кого убрать? Убрал. Ладно. Мы еще не закончили. Чаровница к вашим услугам. Будет по-моему. Звучит несложно. Все свое ношу с собой. Я вся внимание. Я включу все свое. Эй, солнышко. О, я бы пока... Ну ничего себе. Любой каприз за ваши деньги. Что, нравлюсь? Как дела? Да, я слушаю. Ох, и покажем мы Дэвид. Не вопрос. Эх, дурак. Иди за мной, моя сладость. О, да, детка. Ну что, господа, кто сомневается, что на том складе мы найдем динамит? Сперва надо отпереть дверь. Главное, прикрывайте меня, пока я буду вскрывать замок. Пока. Извини, сладкая. Еще время тратить. Вот ты! У меня еще много счастливо оставаться. Чудо. Так нечестно.
расскажи-ка мне. Я бы везде с тобой проболтал. Что это там за... Чую неприятности. Спасибо за помощь. Отправлю их вам. А может, идем? Я знаю одно местечко. Веди меня. Извини, сладкая, сейчас не могу. Это было динамично. Они даже не понял. Достанешься стервятником. Устроим им ад. Да-да. Хватило одного взгляда. Иди за мной, моя сладость. Может, у меня нет времени, дорогуша. Устроим им спектакль. Не упусти шанса, радость моя. Лечу за тобой, крошка. Сегодня я с Аней Марк. Возражений не имею. Давай. До встречи в аду. Да, я тоже об этом подумал. До самого конца. Чаровница к вашему слугу. Разрешите поинтересоваться? Чем могу помочь? Кого убрать? Ничего личного. Да, соглашусь. Ох, и покажем мы Девиту. Да, уже бегу. Все помнят, что делать. Слушаю вас внимательно. Ну что, господа? Кто сомневается, что на том складе мы найдем динамит? Сперва надо отпереть дверь. Главное, прикрывайте меня, пока я буду вскрывать замок. Нельзя, чтобы этот плащ меня заметил. Он сразу поймет, что я тут неспроста. Что, у нас новый план? Взорвать к чертям. Иди. Очень предусмотрен. Я-то готова, а вы? Пора сплюнуть. Мы одни против всего света. Готово. Смотрите и учитесь. Идем. Я знаю одно местечко. Отлично. Мы посмотрим. Черт, надо вернуться. Клиент всегда бы ее без промаха. Ладно. Закончили. Один момент. Будет по-моему. Я знаю, что делаю. Только ты и я. Ну да, детка. Прелестно. Нам надо к Флэкстону готовить. Держимся плана. Посмотрим. Извини, мне пора возвращаться.
какие страсти. По моей команде. Стойте! Или ничего. Все будут смотреть только на вы симпатичны. Слушаю. Они да. Ладно. Я тот, кто тебе нужен. Ох, покажем мы Девиту. Момент. Достанешься стереотипом. Держимся плана. Давай-ка уберем тебя с дороги. С глаз дал. Ой, и с сердца вон. Постойте-ка. Эй, ты! Ой, и с сердца вон. Оставим его здесь. Идем, идем. А ну-ка... Что ведь тут? Эй! Обо мне не беспокойтесь. Я тут с вами, да? Я знаю, что ты тут. Иногда жестокость необходима расплюнуть. Надо было динамит, а не маркиду. Что? Какого? Тебе здесь делать нечего! Ой, и сердце вон. О, какие страсти. Мне нравится то, что я слышу. Где бы спрятать? Мы плохи. Да. Мы же не хотим тут все взорвать, чертя. Очень предусмотрительно с вашей стороны. Моя гордость. И что ведь тут был? Плохи. Иду. Да уж, мы же не хотим тут все взорвать, чертя. Очень предусмотрительно с вашей стороны. Только что... Идем, идем. Эй, ты где? Я тут смутен, да? Моя гордость. Идем. Что? Хамстайнер! Оставим его здесь. Предусмотрительно с вашей стороны. Дорога. Какого черта? Промажу. Любой каприз за ваш. Спасибо за помощь. Я все сделаю. Прятаться будет, да? Ну и ладно, что это со всем этим? За дядю Ева. Пока не рухнет за нас. Мой выход. Нет,
решись, попадать по бутылкам или не попадать. Так что, продолжим? Стойте. Вы пытаетесь попадать по бутылкам или не попадать? После. Тогда желаю успеха, терпения и труда. Вояж. Устроим им спектакль. Все помнят, что делать. Что это там? Только ты и я. Метко стреляют! Спрятаться решили, сволочи. Найди их! Хватит на сегодня сюрпризов! Мы окружены! Давайте! Ошедший забирает все их добро! Давайте, трусы! Нас больше! Кто-нибудь нашел? Не могли уйти далеко. Продолжайте искать. Они где-то здесь. Продолжайте искать. Ищем. Нам ищем. Искать. Нельзя их упустить. Вилком или не попадать. Анди, иди найди себе кобылу и ей нос в жопу сунь. Да уж, мы тут практикуемся. Тогда желаю успехов, терпения и труд. Прелестно. Там что-то было. До самого конца. Мы одни. Вы пытаетесь попадать по бутылкам или не попадать? Слушай. Готово. Я включу все свое обаяние. Разрешите поинтересоваться? Да, я тебе еще как могу помочь. Как насчет где-нибудь? У меня нет времени, дорогуша. Что, у нас новый план? Будет по-моему. Пусть отдохнет. Ах ты! Смотрите и учитесь. До самого конца. Держись за мной. Попозже, ладно? Они меня не остановят. Изящный и незаметный. Так нечего делать. О, я готов. Смотрите и учить. Надо подточить. Кто это там? Тебе сюда нельзя. Да. Да-да. Они меня не остановят. Да, уже бегу. Просто в голове не укладывается. О, дичь какая-то.
вообще произошло? Придется кому-то все здесь подчищать. Все путем. Вижу. Обойди себе смертоубийство. Нам нужно подкрепление! Все или ничего? Просто в голове не укладывается. Окручу их вокруг айдёка в номер. Веди меня. Как это вообще произошло? Ладно. Вырубим. Отдохни. Да, да. Ну ладно. Мост сам себя не взорвет. Куда отнести? Не высовываемся. Лежи и не двигайся. Пора за работу. Ну и кто это тут у нас? Так, посмотрим. Такой ажиотаж. Ну, посмотрим. Не время расслабляться. Не вопрос. Эх, дурач. Держись за мной. Извини, сладкая, сейчас не могу. Пусть тогда. А ну-ка! Сладких снег. На чеку. Вообще не шевелись. Ясно? Мы остановим это. Мы одни против всего света. Оставьте это мне. Заманим их. Будет помочь только ты и я. Ну да, детка. Что такое? Поторопимся. Вижу, отлично. Кто-то сегодня зубов не дощит. Мне нужна подмога! Извини, мне пора возвращаться. Ты ищи сюда! Холодно тут. Извини, сладкая, сейчас не могу. Вот она, будьте здоровы. Держимся плана. Корень наших проблем. Хватило одного. Пойдем ко мне в номер. Лечу за тобой, крошка. Сначала динамит. Надо подточить. Давай, следующий раз. Что это там за... Тебе тут раны! Я тут. Бью без промаха. Смотрим. Сейчас или никогда? Извини, сладкая, сейчас не могу. Твою ж мать. Эй! Тут холодно. Я знаю, куда бить. Расплюнуть. Это там же... Что с тобой? Эй! Нужна подмога! Что такое? Я вся внимание. Заранее? Да, уже бегу. Давай в следующий раз, а? Всегда срабатывает. А и остальные! Момент истины.
Сначала динамит, потом мост. Сделаем все. Ну так что? Извини, Славка, сейчас не могу. Какого черта? Что такое? Извини, Славка, сейчас не могу. Сделаем все по-быстрому. Так, так, посмотрим. Ох, и покажем мы Девиту. План Б. Мы одни против всего света. Какого черта? Приношу извинения. Что, у нас новый план? Как поживаешь? Надо подточить. Эй, подругу позовите! О, я готов. Сейчас... Извини, мне пора возвращаться. У меня их полно. Орел или решка? Я-то готова, а вы? Равниться к вашему моменту истины. Ах ты ж! Что такое? Ладно. Извини, мне пора возвращаться. Я тут подумала. Мне нравится то, что я слышу. Мы одни против всего света. На чеку. Что это там? Ну точно. Там что? Я вся внимание. Что, у нас новый план? Все будут смотреть только на... А, вы симпатичны. А, чем могу помочь? Сначала динамит, потом мост. Еще много чего интересного. Да, я слушаю. Мелочь нужна? Эй! К бою готов. Поторопимся. Сейчас будет шумно. Дальше ходу нет. Я знаю, куда. Прелестно. Один быстрый, другой быстрый. Не связывайтесь с данным. Я тут. Так, посмотрим. Давай-ка мы тебя свяжем. Спасибо за помощь. Это за дядю Йена. Я все сделаю. О, я готов. Иду. Что? Один хорошо, а два лучше. Ну что, пошумим? Держимся плана. План Б. Расплюнуть. Сделаем все по-быстрому. Я бы пока не беспокоился. Там что-то... Разделяемся и прочесываем тут все. Моя гордость. Возражений нет. Снова в тебя.
Идем. Ну, ты черт. Всего лишь царапина. Иду. Прямое попадание в гору. Это прогресс. Бью без промаха. Понял. Главное, чтобы рабочие нас не заметили. Сейчас или никогда. Оставьте это мне. Нехило они тут. Вижу, отлично. Ну давай. Нам еще ждать. Не время расслабляться. Звучит несложно. Не уверен, что на этом моя гор. Идем, идем. Никто не заметит. Слава в деле. Держимся плана. Сделаем все по... Конечно. Парни! Ох, и покажем это крайне расплюнуть. Не шевелись! Поторопимся. Прямое попадание в гору. Это прогресс. Вижу, отлично. Кто-то сегодня зубов не досчитает. Тогда не буду вам мешать, детишка. Надо было динамить. Моя гордость. Посмотрим. Минус один. Ну и сколько нам еще ждать? Осторожно! Тут снайпер! Ну так что? Попадание в гору. Это прогресс. Слушай, отлепни уже от нас, наконец. Тут холодно. Так нечего делать. Все или ничего. Мой выход. Можно вас на минуточку. Что на это можно положить? Моя горда. Ну ладно. О, а ты милаш. Просто не отделаться. Вот ты славно. Минус один. Сегодня я с вами. Не смешно! Черт. Все. Вперед. Какого черта? Я-то готова, а вы? Лэкстону готовиться. Тогда не буду вам мешать, детишка. Мой выход. Смотрите и учитесь. Может, зайдешь ко мне на минутку? Ты не в моем вкусе. Все будут смотреть, что у нас новый план. На вас на минуту.
Клиент в бою без промах. Возражений не имею. Ну ничего себе. Сейчас или никогда. Какого? Врача вызывали. Моя гордость. Никто и не заметил. Пора взрывать. По тебе пуля плачет. Старый и новый. Прямо по самому. Я все сделаю. Сладких снов. Главное, чтобы рабочие нас не заметили. Вот и славно. Лежи и не двигайся. Идем. Пора за работу. Я поднимусь и осмотрюсь немного. А вы тут не зевайте. А вы всегда такие тесные джинсы носите, мистер Купер? Прошу прощения. Я просто смотрю в оба, как вы и просили. Мне нравится то, что я слышу. Нехило они тут развернулись. Дорога сквозь ад. Иду. Всегда работаю. Орел или рек? Вот нож изгодится. А тут есть. Сделаем все по-быстрому. Ну точно. Конечно. Что это там за... Дай мне пару секунд. Мелочь нужна. Слышали? Как угодно. Слушаю. Посмотрим. Тут холодно. Оставьте это мне. Все или ничего. Окручу их вокруг пальца. Только ты и я. Отлично. Начеку. Ладно. Ну да. Кто там? Ах ты ж... Пока не рухнет занавес. Начеку. Ну так что? Устроим им ад. Устроим им спектакль. Идем. Я знаю одно местечко. Веди меня. Чем только заниматься не приходится. Ладно.
Давай, следующий раз. Ждем только вас. Прелестно. Окручу их вокруг пальца. Как поживаешь? Держи за мной. Лечу за тобой, крошка. Сначала динамит. Вот нож из... Вот и славно. Все готово. Мы взяли. Потопали. Так что продолжим. Смотрите и учитесь. Может, зайдешь ко мне на минутку? Отлично. Что такое? Что это там за ночью? Надо подточить. Что-то есть. Он мертв! Иду. И взяли. Иду. Поторопимся. Тяжеловато. Потом. Если бы этот поезд не пришел... Кручу их вокруг пальца. Иди за мной, моя сладость. Да. Отлично. Главное, чтобы раб... Кто там на свете зажился? Кто-то сегодня спасся. Без проблем. Я тут подумала. Отправлю их в вашу сторону. Насчет где-нибудь уединиться. Веди меня. О, я готов. Смотрите, Юль. Извини, сладкая. Ты подобраться поближе. Ну, есть. И взяли. Ну, начнем. Пора за работу. Вижу, отлично. Ну да. Снова. Окей. Конечно. Такого чё? Все. Вперед. Спасибо за помощь. Я бы пока не беспокоился. Вперед. У нас не вагон времени. Идем, идем. Пойдемте. Я бы пока не беспокоился. Сейчас я его. Ладно. Этого хватит. Так, динамит у нас есть. Пора возвращаться на мост. Очень неплохо. Чую неприятности. Да, я тоже об этом. А мы неплохо сработались. Что скажете? Я бы не спешил с выводами, мисс. Да ладно вам, мистер Купер. Мы вместе против всего мира.
Когда все это закончится, вы останетесь одна в безопасности на своем ранчо. Mm-hmm. Слушаю. Спасибо за помощь. Сначала динамит, потом мост. Я все сделаю. Держимся плана. Посмотрим. Так, спускаемся. За дело, господа. Скажите, Макой, а вы уверены, что попадете по фитилю с такого расстояния? Смотрите и учитесь, мистер Купер. Все готово. Отлично. Покажите класс, док. Предлагаю найти место, откуда будет хороший вид. Любой каприз за ваши деньги. Я не промажу. Ну, вот и все. Мама дорогая! Да вы не шутили, док. Что за черт? Подать сюда ублюдка, который это сделал! Ха, красотища! Теперь черед Гектора. Благодарю вас, господа. А теперь... Этот чертов поезд никто не захватит. Я тут подумал... Обыскать каждый угол! Нельзя его пульпить! Гектор здесь. Пока я здесь, никто не пролезет. Вон там. Вообще не проблема. Так, так, посмотрим. Прелестно. Так что, продолжим? Да, я тоже об этом. Динамит у нас есть. Пора возвращаться на мост. Очень неплохо. Да, соглашусь. Ладно. А мы неплохо сработались. Что скажете? Я бы не спешил с выводами, мисс. Да ладно вам, мистер Купер. Мы вместе против всего мира. Когда все это закончится, вы останетесь одна в безопасности на своем ранчо. Пора. Все помнят, что делать. Чую неприятности. Так, спускаемся. За дело, господа. Скажите, Макой, а вы уверены, что попадете по фитилю с такого расстояния? Смотрите и учитесь, мистер Купер. Понял. Все готово. Отлично. Покажите класс, док.
Предлагаю найти место, откуда будет хороший вид. Посмотрим. Я не промажу. Ну, вот и все. Мама дорогая! Да вы не шутили, Дак? Что за черт? Подать сюда ублюдка, который это сделал! Красотища! Теперь черед Гектора. Благодарю вас, господа. А теперь... Пора браться. За входом следи! Идем. Руки вверх! Бью без промаха. Ну вот и все. Мама дорогая! Да вы не шутили, да? Что за черт? Подать сюда ублюдка, который это сделал! Ха, красотища! Теперь черед Гектора. Благодарю вас, господа. А теперь за входом следи. Это здесь. Как угодно. Это здесь. Что-то уже искать. Они не могли уйти далеко. Продолжайте искать. Они не могли далеко уйти. Они где-то тут. Сударь. Мы окружены. Выходите. Сосредоточься, балда. Иду. Я о чем говорю? Благодарю вас, господа. А теперь давайте поспешим на поезд. Теперь можно не думать о незаметности. Сейчас начнется адский ад. Если желаете пополнить боеприпасы на складе, этот сейчас поезд самое никто время. Не захватит. Да, я готов. За работу. Пошумим. Видали? Мне нравится. Обо мне не беспокойтесь. Накручу их вокруг пальца. Только ты и я. Ну да, детка. А, как раз вовремя. Кого подравнить? Не вопрос. И еще один. Я вся внимание. Идем. Туда не вопрос. Само собой, амиго. Заманим их. Держись за мной. Веди меня. Какой у нас план? Ну-ка. Ох, сейчас щепки полетят. Ага. Готов. Иди к Гектору. Так что, продолжим? Что, у нас новый план? Будет по-моему. Я так целый день могу. Мы остановим это. Твою ж мать! От меня не уйдешь! Заранее и до самого конца. Встречайте почтальона. Представление продолжается. Устроим им спектакль. Сюда, дорогуша. А
они. Лечу за тобой, крошка. Куда отнести? Да я справа. Пора обратно. Черт, надо вернуться. Так точно, Алиба. Ждем только нас. Да, уже бегу. Да, я готов. Корень наших проблем. Смотрите и учитесь. Держи за мной. Веди меня. Ну, пора. Ох, сичи, идем. Давай, следующий. А ну-ка! Люблю сладко. Да, я иду. Корень наших проблем. Отправлю их в арт. Идем. Я знаю одно местечко. Лечу за тобой, крошка. Пошли, амиго. Пора браться за топор. Какого? То, что надо. Легкотня. Я так целый день могу. И еще разок. Само собой, амиго. Кого подравнять? Да, я понял. Да я справлюсь. Все или ничего? Они меня не остановят. Мне нравится то, что я слышу. Мы одни против всего света. Я все сделаю. Все путем. Ну, начнем. Дальше ходу нет. Мой выход. Разрешите поинтересоваться? Чем могу помочь? Приходится. Так, так. Посмотрим. Сейчас будет шумно. Ну что, пошумим? Кому билет в преисподнюю? Надо было одеться потеплее. Вырубим их. Так нечего делать. Всегда срабатывает. Пора. Конечно. Давай-ка мы тебя свяжем. Пора за работу. Вот нож и сгодится. Надо подтащить. Ничего личного. Вот нож и сгодится. Минус один. Ладно. Что, у нас новый план? Главное, чтобы рабочие нас не заметили. Не уверен, что на это можно положиться. Как поживаешь? Вообще не проблема. Пора зажигать. Пока не рухнет занавес. Понял. Ну, пора. Спасибо за помощь. Ух, прохладное нынче утро. О, какие страсти. Давайте все в поезд. Поехали.
Вы уверены? Абсолютно. Я с Дэвидом еще не закончила. Лучше бы вы остались на ранчо. Лучше покажите карты. Как скажете. Черт. Сегодня не мой день. Еще раз? Мне хватит. Я предупреждал. Он мухлюет. Будто с тобой надо мухлевать. Наконец-то. Поверьте, ожидание того стоило. Так что, насчет поезда? Да ну его. В Новый Орлеан мы и так доберемся. А что в Новом Орлеане? Да так, награда за одну голову. Фрэнк, да? Знаю я эту голову. Теперь работает на Дэвида. Я взгляну. Какой старый портрет. Давно идет эта охота? Давно, но в Новом Орлеане закончится. У всех тут свои тайны. Очень вкусно, Гектор. А я же говорил. Только чуть-чуть пересолил. А по мне так не досолил. Значит, Кейт, нам с тобой больше достанется. Я не говорю, что не хочу добавки. Просто не приправлено. Заткнись, Макой.